сейчас модно смотреть сериалы, следить за какой-нибудь захватывающей историей и потом обсуждать с друзьями и коллегами. Да, в последнее время, что меня лично очень радует, становится все больше интересных российских сериалов. Вот наш канал сейчас показывает мистический фильм «Анна детектив». И в ноябре уже стартует второй сезон. Главная героиня – медиум. У нее есть дар общаться с духами. И благодаря этой способности она помогает сыщику Якову Штольману расследовать загадочные и страшные убийства в небольшом городке Затонске. Интригует. Обязательно надо посмотреть. Да.